будет площадка и выставочная, и концертная. Привезли весь новый звук, новый свет, новый рояль. Сложно представить, но еще год назад здесь висели баскетбольные кольца, а на стенах были закреплены шведские стенки. Это бывший спортивный зал младшей школы-лицея, которая в прошлом году отсюда переехала в новую пристройку. Ну, звучит же все. Впервые школа искусств получила отечественные рояли Рубинштейн и еще десятки музыкальных инструментов. Это большие оркестровые гусли. Мы нажимаем на клавиатуру и проводим по струнам. Проводим по струнам, и звучит красивая старинная музыка. Всего по национальному проекту культуры в школу искусств закуплено оборудование на 33 миллиона рублей. Это классические народные музыкальные инструменты, звуковое и световое оборудование, а также оснащение для художественных мастерских. Я ставлю 12-10 мольбертов, и вот такое количество ребят в группе, как правило, сидят за мольбертами. У нас появились новые мольберты настольные, можно использовать их здесь. Появились планшеты, можно работать планшетами на коленках, как любят художники этюды делать и зарисовки. А это занятие в декоративно-прикладном отделении. Наталья Рожкова в хорошем смысле слова заражает учащихся ткацким искусством. Воспитанники отделения становятся лауреатами конкурсов, создавая уже не просто поделки, а настоящие фактурные картины. Рукоделие, вышедшее на художественный уровень. И для дальнейшего развития отделения закуплены новые мобильные ткацкие станки. У нас уже есть маленькие станочки, а здесь побольше, мы можем делать большие выставочные работы. Мы его можем перевозить, да, на мероприятия, потому что мы иногда участвуем с ученицами в городских мероприятиях, это очень удобно. Работать за ним очень удобно, очень такая интересная технология здесь. То есть буквально несколько движений рук, и получается очень красивое полотно. Смотрится современно за счет современных материалов, за счет ниток, фактур. То, чего не было, например, 150 лет назад. Здесь есть возможность добавить еще одну бердо и делать более сложные ткани. Я думаю, что мы тоже со временем это все с девочками сделаем. Также в декоративно-прикладное отделение закуплены муфельная печь для обжига керамики, а также гончарные круги. Каждый год в школу искусств возвращаются выпускники, теперь уже в статусе педагогов. Здесь планируем мы, что начнут заниматься маленькие балеринки. С ними будет заниматься воспитанник хореографического ансамбля «Прялица» Никита Меткин. Никита Сергеевич будет педагог у нас молодой. Закончил Государственное хореографическое училище имени Леонида Лавровского. Он работал артистом в детского музыкального театра «САЦ». И он говорит, я очень хочу вот в родном городе, вот в школе начать именно классический балет для детей. Набор в отделение школы искусств уже в разгаре. Записаться на обучение можно до 30 сентября.